Не быть глухим. Кинокарма. Руби – девушка-подросток. Единственная дочь в семье глухонемых. И она любит петь. Однако родители не могут оценить ее способности. А вот перед ней стоит выбор – остаться с семьей или идти по собственному пути. Актеры и кастинг. Именно эта сторона фильма «Кода» выступает локомотивом успеха. Сюжет и режиссура вторичные и не представляют из себя ничего оригинального. Если бы не бесподобная работа с актерами, можно было бы записать другие аспекты в минус, но от фильма просто невозможно оторваться. Фильм «Ребенок глухих родителей» мне очень понравился. И это при том, что если рассматривать его критически, кино нельзя назвать ни глубоким, ни оригинальным. Это тот редкий случай, когда искренность и влюбленность режиссера в свою картину помогла вознести результат над любыми рамками, жанрами и критикой. Бесподобно. Так что выньте беруши своей глухоты и посмотрите фильм «Ребенок глухих родителей».